А он за мной, ё-моё! Пацаны, помогите! Помоги! Двоих сразу! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, ОЛТВ, СмартТВ, Подлючка, Угабуга, Кирилл Геймер, Кей Старс, Лава Крип. Пацаны, поздравайтесь. Всем привет. Всем здравствуйте. Всем привет. Всем ОЛТВ. Всем клакаю, ребята. Мы играем на очень классной карте FNAF 9, которая вышла еще до выхода игры Security Breach, и будем убегать от аниматроников. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. 3, 2, 1, погнали. Кто первый умрет, тот лох. За Дима беги. Не, за мной не надо бежать. Надо. Ё-моё, он уже здесь, а я его не увидел. А он не догонит, пацаны, меня. А! Да я врезался в выльца. Дай еще один шанс, пожалуйста. Ну ладно. Да не, ну это было сильно легко. Дай еще один, да я, блин, затупил. Давай. Все, аниматроник разрешил, все, пацаны, ну вы не понимаете ничего. Дима, но ты все равно лох будешь. Вон он бежит, ребята. Бежит со всей силы. А цены все так скачет? Ха-ха, я тоже буду. Я, короче, пацаны, тоже скачу, ну нафиг. А, ну, Боньк, ну не мешай, ОЛТВ. Кто будет у меня жизни тратить, я буду админским пистолетом убивать. Ладно. Понял, все, no problem. А, он сзади, он в притирку. Он очень рядом. Он очень близко. Отлично, отлично. Я убежал. Ух, ребята, это очень стрёмно, он бежит со всей силы к нам. А чё он такой мощный? Еще рычит, какие-то конченые звуки издает. Пусть он шлифки зажимает, хотя бы. Да не, пусть зажимает, ребята, должно быть под хардкору всё. Он за вами не бежит, откуда вы, зачем вы бежите? Это слишком, это вот я вижу, надо, короче, сразу бежать наверх. Потому что внизу как-то очень опасно находиться. Дима, к нам, бежим. Да? Бежим. Я вижу, вон он бежит. Сейчас он убьет кого-то, смотрите, чувствую, сейчас будет смерть. А почему я его не могу убить? Ты можешь его убить? Ты можешь его убить, ты сможешь. Я не могу, почему? Ну потому что ты его не догоняешь, надо догнать. Да не, прям в притирку я ему даю. А ты нажимай постоянно удар, твой, кстати, может аниматроник даже со спины убивать, не обязательно прям четко целиться. Ну так он был близко. Ну все, ты не смог. Бежим. Так, вот он, я поднимаюсь наверх. Ну его нафиг, этого аниматроника стрёмного. Дима, это так страшно. Да, это очень стрёмно, потому что он быстрый. Он быстрый, тот рахитным был. Он только за Димой бегает. А он меня убьет, понимаете? Я начинаю сильно нервничать, я чувствую, что я сольюсь. Дима, ты понимаешь, и когда ты понимаешь, если спускаешь, это тебя может застопить что-то. Я знаю, спасибо тебе, что ты меня пугаешь. Пожалуйста. Он за хопу укусит и все. Ну и беги быстрее, блин, ребята, я ноги поджимаю, когда он за мной бежит. Что за звуки такие? Я боюсь. Ну далеко. Отлично, ребята, я оторвался. 60 кп, конечно, уже у меня. Ох ты, ё-моё, это так страшно. Я оторвался, отлично! Фух, даже как-то легче на душе стало, когда я убежал. Ну им очень легко убивать. А, он уже здесь. Дима. Да что вы делаете? Это не я. Да, раз говорит не я, я его сейчас увижу и убью его, и будет он аниматроником. Это клевета. Смотрите, он сейчас убьет игрока. Смотрите, он сейчас его убьет, я все-таки чувствую это. Где он? А, он внизу ходит, он внизу бегает. Ой-ой-ой, еще бы чуть-чуть бы и догнал. Сейчас он сможет. Так, приближается. Блин, почти. Сейчас малейшая ошибка, он его убьет. Да. Смотрите, как он красиво за ним гонится. Давай, ты сможешь, убегай. Я спиной убегаю. Я представляю, когда будет 7 аниматроников и один выживший. А это, мне кажется, будет минутное выживание просто. Секунда на эти, так. О! А он за мной, ё-моё! Пацаны, помогите! Помоги! Двоих сразу! Подлючка, ты мне перегородил путь! А, ну значит вы вдвоем лохи, а ты, Дима, вдвоем. А зачем ты на меня так говоришь, лох? Ну такие условия. Все, ребята, теперь я аниматроник, и я тоже выдвигаюсь в путь. В смысле? Так, давайте, вот. Дядя, ну что, я вижу этих персонажей, которых я должен замочить. Ребята, очень классно играть за аниматроника. Потому что смотрите, первый пошел. Отлично. Сейчас второй пошел. Пока. Что это было, как он вылетел вообще? Так, догоняем пацанов. Встречайте, пацаны, давайте окружаем их.
А, ты уже двоих убил? Я что, своего убил? Ой, подлючка, извини, не хотел. Она с троя уже, она с троя. Ребята, смотри, ой-ой-ой, как все быстро развивается. Я живу. Так, ребята, я смотрю, где вы бежите, я буду им перегораждать путь. Бегу навстречу. Вот, смотрите. Молодец. Да ё-моё, подлючка, извини, но я не хочу тебя убивать. Да чё, а я тут не могу по лестнице забраться, вы какашки. Ты сможешь подняться, какашка? А я не могу. А ты, какашка, Март, сможешь, привет. Как и мы. Привет. Март, привет, пока. Так, где игрок у нас настоящий? Да вот я, сзади. Ай, блин, там только с прыжком можно, да? Да. Вот скелетос. Отлично. Ой, так, скелетос. Скелетосик. Я последний вроде. Нет, мы вдвоем. Ну давай, беги. Давайте, пацаны, вы сольетесь, я вас верю. Отстаньте. А, я вышел. Нет, я еще нет. Живой. Кто еще живой, пацаны, остался? Кто? Я просто спрятался. Хорошо. А, ты заныкался? Ребята, он там, наверное, в темноте ныкается. Пацаны. Он в темноте здесь. Берите его. Нет, вот он, я. Я вот тут просто сидел. Все, давайте, Фуфил Шмерц, да, остался у нас? Нет, я еще. Я еще тоже. А, ну все, а УТВ уже был мертвый. Смарт тоже был мертвый, а он бегает сейчас, он читер. Эй, Смарт, ты что, все уже? Ты засмотрелся. Бежать. Да. Отлично, ребята. Вот это у нас насыщенная серия. Еще такая карта полумрак. Даже интереснее так играть. Что, всех убили? Да. Да. Давайте, кто последний был выживший, начинает раунд. Ребята, раунд номер 2 начался. Погнали. Побежал. Бегите его, брат. Так, ОЛТВ, я вижу, что ты подлец. Неправда. Не хочу с тобой я дружить, ты плохой персонаж. Ой, да что ж я ему навстречу бегу? Бегите, пацаны, бегите, я не хочу быть лохом второй раз. Да давай обниматься, Дима. Не. Я просто сзади аниматроника бегу. Ты мне как человек и аниматроник не нравишься. Уходи, я не к тебе, я к другому. Короче, ребята, здесь надо найти такую точку на карте, где будет очень легко убегать. Дима, я твой друг, давай дружить. Так, пожалуйста. Мне кажется, вот это место очень крутое, где можно убегать постоянно от него. А вон бежит он. Я вижу. Так, спускаемся сразу сюда. И по кругу оббегаем, а потом поднимаемся туда. Все, отлично, ребята. Вот и мы нашли эту классную тактику, где можно нормально долго повыживать. Димон, ты где? Он бежит. Я ушел. Вы сейчас доиграются. Ну что, ничего, никто не умер? Я не понял, что так долго все выживают. Дима, это так было близко, ты бы знал. Он за кем-то гоняется. Ну да, я, кстати, вижу два прохода, и это очень круто. И точка, стой, ну мы же друзья. Есть! А что ты вот это самое передо мной стоишь? А, это не считается. Ребят, давайте не будем убивать друг друга, потому что если я начну бомбу взрывать... Я хотел аниматроника. Не, мы в аниматроника мы не стреляем. Кстати, вот это самая хорошая тактика. Он с какой стороны не будет бежать, ты просто вниз прыгиваешь, и все, у тебя есть время. Спасибо, Дим. Я нашел это место. Дим, давай дружить. Я тоже. Давай, все. Вот аниматроник, что ж ты стоишь? Я тебя обманул! Я тебя специально заговорил зубы, чтобы ты умер. Он в это играл. Да я просто, он думал, что все хорошо, безопасно. А мы договорились с аниматроником, что он умрет. Зачем я за ним пошел? Я тупой. Так, все нет, нормально, все сходится. Так, где аниматроники, пацаны? Да, блин. Беги, Димас, беги. Окружай их. А где они? А я успею спрыгнуть. Вот это был полет, кстати, я еще могу 8 раз прыгнуть. Я знаю, да, блин. Пойдет. Буга-буга. Мы убегаем, по красоте все. Дима, как? Что как? Где прям, я тебе прям пятки целую. И что, ты не можешь убить меня? Да как ты меня убил? Как? Да блин, а что за смерти? За смерти постоянно. Ой, ребята, это жестко. Я тоже теперь вышел на охоту. Теперь я тоже один из вас. Смарт остался. Смарт. Лава, крип умер. И тучка. Нет, и тучка умер. А кто? А кто вообще живой остался? Давайте я перекличку сделаем. Я мертв. А что, всех убили уже? Нет, я остался, мне не А, ну нет, все. Его не убивали, ну все, давайте, он пацаны, прячется, ищем его. Он прячется, я уже ищите его. Я чувствую запах говна, он здесь. Он в черный переулок.
А, нет. Комната. Нет, тут а? Его нету. Может, тут? А, ну спасибо, ты такой хороший друг. Это за то, что... Спасибо тебе еще раз. Пацаны, ну дайте повыживать. Это хоть то, чуть-чуть. Ты сныкался, а смарт куда-то спрятался, да? Он... Ну блин, нас теперь не догонят. Да ё-моё, Гистарц, ты меня напугал. Вылезай, давай. А он без... У нас догонялки, они прятают. Вылезай. А мы найдем его, пацаны. Не... Этот... Вы же когда наводитесь, будет никнейм его видно. Я вообще где-то он в какой-то коптерке черный нахожусь. А то, что есть места? Я его нашел. Где заныкаться есть? Он наверх бежит. Наверх? Пацаны, отчитываем, сколько ему секунд осталось жить. Он спустился. А, я нашел его. А я его не вижу. Я его не вижу. Где он? Он где центр? Он где центр? Где черные комнаты? Я убил его. Все. Молодец. Пожалуйста. Пацаны, давайте теперь я буду раунд начинать. Давай. Так, очищаем карту. Сам. Ой, ребята, сейчас будет самое интересное, когда я хочу попробовать в роли аниматроника, как это вообще первому начинать. Давайте, 3, 2, 1, погнали. Вадим, ну давай, холодец, попробуй. Смотрите, как я сейчас их обману. Если бы ты меня не заскамил, я бы не понял. Так, подлавливаем их, подлавливаем. Да ты так довыёживался. Я не выёживался, это ты. Карта такая оптимизирована, пацаны, мы могли бы 12 или даже 14 человек здесь играть. Где он? А вон. Да бога, дай это оружие, пожалуйста. Он куда стреляет по мне? А чё ты невидимый? А чё ты невидимый? Где он? Неужели Дима крячку всё? Он спрятался, он спрятался. Вон он, Кирилл, он там. Вы сейчас умрёте! Не, ты даже не зря, зря вы, пацаны, это так думаете про меня. Малейшая ошибка сейчас игрока и всё. Где он? Инфу! Он... Ха-ха-ха, давай, толкай его! Ну, никто не сказал. Куда его? Кейстарс есть. А, он хотел меня ослепить, типа, таким образом выиграть этот. Так он АФК был. Ну, уйдите! Ай, подлючка, дурак! Молодцы, пацаны, вы хорошо играете. Бля, меня убили. Да, мы хорошо играем. Все хорошо. Привет. О, привет. Это иди так сюда. Было запланировано, ты должен был слиться. Не-не-не-не-не, иди сюда. Ну, Кистас! Да такой вкусный. А он маленький? А, он не маленький. Он маленький. Да как это я тебя не убил, ты чего? Смарт очень маленький, зачем он такой скин взял? На 4. А я, у меня просто глаз вообще. Блин. Ой-ой-ой, я не хотел, извини. Просто я уже звоню. Всех подряд мочим, ребята. Всех, кого видим. Кто остался? Так, перекличку, кто остался? Я. А вот-вот-вот он, синий-синий-синий. Вот, быстрее окружай его. Отстаньте от меня! Быстрее за ним. Так, давай. А ну мы крысы! Я его сейчас встречу, пацаны. Я его тут встречаю. Им можно так, они крысы реально. Все, ты умрешь. Да как вы его не убили? Я же на него навелся. А надо не наводиться, не обязательно прицеливаться. Можно просто возле него нажимать удар, и вот ты его убьешь. Это такой пак аниматроников просто. Нет, быстрее. Есть. А Смарт уже тысячу раз умер. Быстрее за ним, быстрее. Сама... Я его сейчас встречу здесь. Живой. Сюда бежит? Я. Он отстанет от меня. Отстаньте. Я его вижу, пацаны, но достать его там не могу. В центре. Да ну киста. А я выжил. Я выиграл. Ой. А я не хотел, извини. Сейчас тебе будем мстить, Дима. А вы меня догоните? Так, пацаны, а где он? Не скажу. Я его увидел, он там в углу сидит на лестнице, я иду за ним. Это не я. Это был не я. Это ты. Бегут, бегут. Ай, да блин, а, он тебе. Мне страшно, вы одновременно с разных сторон бегаете. Он меня зажал, ты спрятался. Ха, как они все кипишуют. А вы меня видите? Летятся, орут все. Какие же вы идиотики, а? Ха-ха-ха, не оскорбляйся. А вы меня вообще и видите? Ну блин. Нет, мы тебя не видим, а где ты можешь быть? А вот около меня один был. Так кто Дим? Бежи! Бежи! А, скелет остался? Да. Скелет. Ой. Да. Здрасте. Скелет. А он такой невидимый. Я скелет самый незаметный. Кстати, да, у него такой скин интересный. А вы меня увидели, я убежал. О-о-о, бегут. А, вот он, окружайте. Вон он. Наверху. Ага, все, встречаем. Так, давайте, бегите наверх. Я его вот сейчас убью, смотрите. Блин! Это было классно.
Что, скелет живой до сих пор? Наша цель убить. Скелет пока не дольше всех держится. Если еще продержится полминуты, он будет победителем. Да потому что мы меня сейчас зажали. Ну все нормально, не умеете играть командной игрой, значит все. Так одни крысы тут надо. Не расстраивайся. А че, правда? Давай быстрее убить, убивай быстрее. На лестнице. Блин, он хорошо играет, пацаны, прям великолепно. Я почти убил, почти убил, почти убил. Быстрее окружайте меня. Его. Окружайте меня. Я его вижу. Уйди. Я постараюсь его замочить. Нет, ну, сюда мы не поднимемся. А вот сюда по лестнице надо уже подниматься заранее. Сейчас его, ребята, встречу. Смотрите, что такое красивое убийство. Есть. Меня догнали, но я самый выживальный. Все, да, ты дольше всех выжил, поэтому тебя еще раз убьем. На всякий случай. Ребята, последний раунд. ПВП. 3, 2, 1. Погнали. Кто проигрывает, уже просто смотрит, не участвует. Так, лава-крипер слился. Да и как я поддавался. А, я тоже люблю так говорить, когда сливаюсь по красоте. Да, да. Так, я вижу, за мной уже бежит персонаж. А ты умрешь. Я же тебе сразу сказал, ты тоже умрешь. Ты умрешь. О! Ну что, я сейчас буду победителем? Неужели буду победителем? Дима читер, Дима читер. Че я читер? Читер тот, кто читерит. Слился. Четыре осталось. Четыре игрока осталось? Да. Так, я иду их мочить. Где они? А ну инфу я мне. Боюсь. Потому боюсь. Что я убиваю сегодня всех, а не меня. Я тебя боюсь, Дима, отстань. Да не бойся, иди сюда, где ты? Нет, ты меня уже два раза доскайвал за сегодня. Я тебя не убью. Я хочу еще раз тебя убить. Пацаны, подскажите, где они? Чем стрелять их? Да, пацаны, не мешать, честно. Я должен победить в этом ролике. Хоть в одном из раундов, которые мы записываем. Да нет, ты никогда не выиграешь, Димон. Зря ты это говоришь. Зря, я иду за пацанами. А вы можете не бегать? Я не понимаю, кто здесь кто. О, иди сюда, иди. Давай, 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 давай. Давай. Иди сюда. Ну и что, ты ссышь, да? Ссышь, да? Ладно, я побежал. Лишиеся ходят тут. Вон два сверху бегают, там че-то. Ты че, на? А нас трое осталось. Так, ребята, я вижу, я спускаюсь к вам. Если ты меня не убьешь, что ты красав. Я убью тебя. Вот, я вижу этого аниматроника. Ну что? Стоять, иди сюда, иди сюда, иди. Дима, давай поспорим, кто круче. Если ты меня убьешь, ты красава. Все, давай, где ты? Я не буду говорить, я боюсь себя. Я вот с синим цветом. Так не, а ты другого аниматроника взял? Нет, я аниматроника не брал. Дим правильно шел. А, правильно шел? Он там где-то был? Так я тебе говорю, кто боится тебя. Течение двух минут. Я хочу аниматроника убить, вы... понимаешь, чтобы я был победителем. Не по... Стоять! Отстань, а ну иди сюда, иди, 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 стой, выходи, Дима, выходи, Дима, щенок. Надо, стой, Дима, давай я тебе заплачу, я тебе заплачу. Хорошо, давай, давай, давай мне деньги, иди сюда. Ага, иди в жопу. Давай его с собой, убей его, убей его. Да нет, он меня не убьет. Да ладно, да как? Я же всех убил. Молодец, ЛТВ. Да я поддался ему. Если понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока.